Genau. Еще немного решил прогуляться, но по противоположной стороне, с которой я заехал. Так. Вот отсюда еще можно немножко посмотреть на него. Ну, я ссылку на его историю скину. Вкратце, он был взорван в 90-х в боснийскую войну, и потом его восстанавливали по кирпичику. Пронумеровали, каждый нашли все вот в этой в реке, там в, они валялись, эти все обломки. Ну, то, что мы смогли, восстановили, то, что остальное доделали. Прыгожий хлопец играл. Интересно, что это за песня была. Опа. Турецкий стяг. Что у нас тут? Неужели амбассада? Точнее, консульство. Точно консулат Республики Турки. Турский мостер. Прикольно, прикольно. Будем ведать. Сейчас воскресенье, где-то 7:30 вечера, очень приятная погода. Тепло, абсолютно комфортно. Шорты, майка одна и все. И сон дали. Ух ты, туда еще идет. Вот не знаю, идти туда или нет. Может, прогуляюсь немного. Давайте вначале вот сюда пройду. Так, ну тут ресторан, тут все зразумело. С видом на реку. Оп. Ладно. Ладно.
когда обожаемый Дада Дада. Манекен челлендж. Ну ладно, я вот до сюда дошел. Тут такая какая-то пляцовка, много детворы. И дальше я уже, наверное, не пойду. А то это она будет длиться еще долго. Мне уже нужно сматывать удочки и вертаться назад у Хорватии. Вот, поэтому всю ее уже не осилю. Ну, примерно получил представление. Все, завершаю турне.